нахуй вообще. Я вообще тебе говорил то, что я в Москву собирался. Ты ее, я смотрю, вообще тебе хуево. Короче, поссорился, поэтому, походу, ёпта, не поеду. Если не найду новую подружку, блядь. В Москве найдешь. Ебать, пацаны. Все вы, я думаю, ёпта, кто подписан на меня хотя бы. Ну, там было, все время присутствовала там на фоточках, хуёточках. И что-то, блядь, мы вообще так тупо поссорились, пиздец. О, привет, Егор. О, Егор, кстати, мы же сегодня встретимся, да? Ты же тоже в Аньке поедешь. Ну, короче, с ней вообще пиздец так тупо поссорились, блядь. Ну, как поссорились? Она просто что-то, блядь, меня в ЧС кинула ни с того ни с сего. Я такой, ну, блядь, типа, не вижу смысла извиняться из-за... Ну, типа, блядь, из-за чего нахуй? По факту, да? Вот. Ну, привет, Артемка. Все тут в сборе. Меня, значит, записывают нахуй. Вырубай стрим уже. Да не, какой стрим вырубаю? Не, братух, если хочешь, можешь не записывать уже, потому что когда вот у меня будут именно запланированные стримы, когда мне будет что рассказать, я тебе буду писать. Ну, потому что, блядь, интересного-то рассказать. Ой, это... А, короче, я раньше заходил с Чупчиком. Типа, это сейчас я, блядь, стригусь, вот тут вот нахуй площадочка, а вот тут вот все убирается, так сказать. Раньше я, блядь, по-другому хуярил. Типа, ну мне и так более-менее идет. Здорово, пацаны. Но вот смотрите, какой я был раньше, нахуй. Кто-то даже говорит, раньше было лучше. Блядь. Короче, раньше я был, ебать, вот такой. Блядь. Вот такой я был, потому что... Ну, типа, я укладывал волосы, типа, ну, налево, потому что, ну, у меня вообще, они, видите, сами по себе, типа, ложатся налево, вот. А еще раньше, ебать, я был, сейчас покажу, у меня была прям, ну, такой, такая, типа, прям челка-челка именно. Сейчас, сек, блядь, где была эта фотка, нахуй? Блядь, ча, пацаны, ёпта, погодите, нахуй. Вот, раньше у меня даже вот такая была, типа. Ну, это, блядь, типа... как сказать? Ну, вот так вот, типа... Ча. Вот так вот, типа, ну, не особо прикольно, блядь, типа, волосы такие, типа, туда-сюда. Потом я был вот таким, нахуй. Мне, короче, у меня в жизни что-то, блядь, поменялось, ёпта. Я решил, нахуй, на лысый. Ко мне подошли пацаны сфоткаться. Бля, был приятно удивлен, скажу вам честно. Самая тупая хуйня, вот, которая... Бля, каре, ёпта, в натуре кара, ёпта. В натуре посерёт. Ты один живешь? Да нет, блядь. Пацаны, ёпта, время сколько, блядь. Все на работе, нахуй, взрослые, блядь. Мне уже кто её только не спрашивает. А я когда еще учебный год... Блядь, да. Ну, мы это, все больше не это, не дружим, ёпта. Ну да, типа того, я звонил ей там, бывало. Да я ей не на стримхате звонил. Бля, я, короче, всегда, когда пью, ей звоню. Ну ладно. Как его? Блин. А, вот, короче. Я, когда только начал свою ютуберскую карьеру, начал пилить видосы. Вот я записал буквально два видоса, типа, вообще безобидных. Там они были на две минуты. И буквально как только их выкладываю, на следующий день мне говорит мамка такая, типа, а вот мне там звонил твой классный руководитель, сказал то, что ты снимаешь видео на YouTube. Я такой, ну да, типа, а что такого, ну, я как бы там, ну, алкоголь не распиваю, там, ну, матерюсь даже редко. А вот там твой классный руководитель сказал то, что ты там вообще очень плохой пропагандируешь, и чтобы я тебе это за все запрещала. В общем, вообще пипец какой-то. Не круто. Да. Ну, у меня, кстати...